Ездили сейчас по магазинам, вот, заехали вот в семейный ценопад, купили старшему сыну там спортивный костюм, такие штаны, они темно-синего цвета, и олимпийка вот такая. Стоил костюм 810 рублей. И взяли детям вот такие трусики еще. Здесь губка Боб. Одинаковые взяли. Такие вот. Старшим и младшим. Так, еще в магните себе купила шампунь. Такой. Шаума. И бальзам. Так, и в семейном стиле купили младшему сыну костюм. Вот олимпийка такая, темно-синяя. $450 рублей костюм стоит. И штаны спортивные. Такие вот у нас покупочки. В последнее время стала пользоваться глиной. Вот у меня три глины. Желтая, черная и голубая. Вот. Иногда я пользуюсь каждой по отдельности. Вот. А иногда вот смешиваю все три глины вместе. Вот желтая она как скраб. А черная она против угревой сыпи. И голубая, она тонизирующая. Вот смешиваю, и сразу три в одном получается. Удобно. Вот я намазалась маской. Вот. И она очень быстро засыхает, глина. И чтобы продлить эффект маски, я взбрызгиваю время от времени лицо вот термальной водичкой. Можно просто обычной водой. Но я где-то прочитала, что можно это делать термальной водой. Вот, и время от времени брызгаю лицо. Вообще я очень полюбила эту термальную воду. Я ее ставлю в холодильник. Вот, и в жаркий день очень хорошо освежает. На лицо и тело разбрызгиваем. Классная вещь. У меня сегодня прям день красоты. Я еще решила сделать себе маникюр. Для маникюра я использую такое масло в капсулах. Для маникюра и педикюра. Покупала его в фикс прайсе. Тут очень хороший состав. Здесь натуральное масло виноградных косточек, авокадо, арахиса, эфирные масла лимона, апельсина, витамины А и Е. Вот. Очень классное масло вообще, блин. Вот, рекомендую всем попробовать. Приятно пахнет лимончиком. Вот. И ручки потом такие мягкие и выглядят очень ухоженно. Вот. И думаю, для ногтей это тоже очень полезно. Вот. Ну, сейчас буду расслабляться. Делать ванночки для рук. Вот. И пить кофе. Вот уже четвертый день я пользуюсь шваброй из магазина Галамарт. Вот напомню, что она стоила 215 рублей всего лишь. Мне она очень нравится, удобная. Вот так вот она поворачивается в разные стороны. Тряпочка такая хорошая. Сейчас покажу. Вот такая вот. Очень удобная, мне нравится. Я вообще не представляю, как я раньше жила без швабры. Полы я мою каждый день. Бывает, что даже по два раза. И вообще, очень классная вещь. Советую всем. Не знаю, правда, насколько долго она у меня продержится. Но пока что она выглядит надежно. Вот у нее металлическая ручка.
Здесь вот, вот такая вот у меня швабра. Дети у нас очень полюбили этот поезд. Кирюше подарили его. Мы на день рождения с папой. Вот здесь два вот таких вагончика. И вот такой паровоз. Классная игрушка, собирается вот дорога. Сейчас покажу, как называется. Вот такой вот поезд. Вот. Здесь есть схемы, как собирать дорогу. Вообще классная игрушка. Очень любят они в нее играть. Спортивный кодик. Давно хотела вам показать вот такой крем. Питательное суфле для тела у меня есть. Это от Organic Shop. Вот. Такая большая банка. Пахнет какао, шоколадом. Очень приятный аромат. Такой классный. Крем или суфле. И банка вообще просто здоровая.